автобус, и все как обычно. Кто в нем просто едет, а кто просто спит. И с девушкой рядом на заднем сиденье такой же обычный парнишка сидит. Одет он был просто в футболка и джинсы, но видно, тот парень встречался с бедой. Свои 20 лет ничего он не прожил, но был он как лун, совершенно седой. И вот остановка, и поступью тяжкой в автобус заходит старик-ветеран. И видя, что парень не хочет подняться, старик багровея пошел на таран. Ну что ж ты, паскуда, не хочешь подняться? Ведь я за тебя все 5 лет воевал. За счастье твое я под пули бросался, и жизнь ту войну я чуть не отдал. И все замолчали, и все оглянулись, а парень, поморщившись, медленно встал. И тихо сказал он в глаза ветерану: «Я тоже, отец, за тебя воевал». В глазах у него отражались разрывы, душмана стрельба и машин-караван, и черное, злобное, смерти подобное, страшное слово, то слово «афган». И парень, хромая, пошел по салону, и больше с тех пор я его не встречал. А ветеран ухватился за сердце, присел на сиденье и вдруг зарыдал. Обычный автобус, и все как обычно. Кто спорит о чем-то, кто просто сидит. А может быть, с вами на заднем сиденье такой же парнишка обычный сидит.